БП намерено изъять имущество очередного экс-главы района-миллиардера. Речь идет о 407 объектах недвижимости, 4 автомобилях и денежном эквиваленте уже отчужденного имущества. Генеральная прокуратура России подготовила в Клинский городской суд иск об обращении в доход государства незаконного приобретенного имущества экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постригани на сумму около 4 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости, квартиры, земельные участки, база отдыха и другие кадастровые стоимостью 935,7 миллионов рублей, 4 автомобилях, Toyota Land Cruiser, Mercedes 350, Audi A8, Audi Q5 стоимостью 9,4 миллиона рублей и денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 миллиарда рублей. Установлено, что Постриган использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности, сообщил Куренной, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Борьба за имущество Постригани, который руководил Клинским районом с 1996 по 2014 год, ведется с момента его ареста летом 2018 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и служебном подлоге. Чиновник ввел в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхого жилья, который теперь признан аварийным. Следствие полагает, что Постригань доподлинно знал, что работы на данном объекте выполнены несоответствующим образом, но тем не менее подписал его ввод в эксплуатацию. Ущерб оценен в 34 миллионах рублей. Следствие установило, что у Постригани имеется огромное количество земельных участков и недвижимости, которое он приобрел на средства, вырученные в процессе теневой административной деятельности, и записал на номинальных владельцев, жену, сына, приятеля обвиняемого. Всего 8 человек. Клинский городской суд по ходатайству следствия наложил на имущество арест для обеспечительных мер по выплате ущерба. Однако это решение несколько раз оспаривалось в судах различных инстанций. Защита настаивает, что и сумма ущерба в 34 миллиона рублей несоизмерима со стоимостью арестованного имущества. Кроме того, следствие, по версии адвокатов, не смогло доказать аффилированность юридических владельцев недвижимости с обвиняемым Постригани.